всем, с вами, как всегда, Бар Дедов с циклом передач об Америке. Америка как есть. Сегодня я вам представляю рубрику «Лица» о людях известных и не очень. И речь в сегодняшнем сюжете пойдет об уличном музыканте Владимире. Вообще, уличный музыкант в Нью-Йорке – явление обычное и распространенное. Итак, Владимир родился в Белоруссии, затем его семья переехала в Польшу, и в 1969 году они эмигрировали в Штаты. Ну что же, давайте посмотрим и познакомимся. Увидимся! Привет, Владимир! Несколько слов о себе скажи, когда ты приехал? Меня называют Вова Владимир Лаксин. Я играю на гитаре уже 9 лет. Я родился в Беларуси, я тут приехал в Америку. Я имел 19 лет, мы жили в Польше 11 лет. Я тут уже from 69. 69 года? Да. Я тут играю на улице, потому что я маэстро, у меня очень хороший. Я не имею денег. Я когда-то играл на басовой гитаре. Но я взял гитару, начал играть. Я не музыкант, но я играю это каждый день. Знаешь, человек это делает. Хорошо будет. Вот. Я играю блюз, немножко да. Я это делаю каждый день, хорошо я играю. Я играю в Челси, в Манхэттен, на 23 улице, на Металлика. Я теперь живу в Брайтон Бич. Это зрано, пока я поеду в город. Я тут приду, это очень хорошая музыка. Мне не дают играть, я играю 20 часов. Никогда я играю целый день, как потому что погода очень жарко, тут около моря, немножко лучше. Иду домой. Нью-Йорк любишь? Я люблю, знаешь, Нью-Йорк это очень большой город. Мало иметь деньги. Брайтон Бич немножко иметь деньги. Молодец, ну давай сыграй что-нибудь. Sex machine. Early in the morning when the sun is out. I got so many women in no shame. A little girl, baby, when the daughter's born. I say, come on, little girl, when the daughter's down. Oh my God, I love a bunch of water. Turn around. Well, you wake up in the morning, feels nice. Don't touch that thing, honey. But if you do it, tell your trauma to your mama, baby. And give me back my dirty love. Cause I'm a king of love, and that's what I do. Get a little girl, make a good woman out of you. So come on. Whiskey, be a man of faith.